Всем привет! Давайте посмотрим, что мы купили и по какой цене. Еще раз всем привет, вы на канале Лунар Дизель. Здесь был старый вод кабеля с этого угла дома. Сделали чуть-чуть ближе к столбу. Щиток был снутри. Вот между окнами сверху, видите, радиоточка заходила в дом. И вот сам новый электросчетчик уже на улице. Устанавливали сами. Закинули провод на столб. На столбе еще не подключали, только дотянули. И внутри тоже все уже провели, подключили. Осталось только подцепить на столбе. Дальше сейчас покажу, как внутри собрали ящик. Подключились к электричеству, все проверили, все работает. Внутри тоже все провели. Автоматы внутри тоже стоят. Все идеально работает. Протянули СИП-кабель к столбу. Подключились. СИП-кабель у нас идет многожилка алюминиевая, сечение 16. С белой полосой у нас фаза.
А черный у нас идет 0. Давайте уберем кабель, чтобы он не мешался, и продолжим. Дотянули до столба, оставили немножко запас, потому что магистраль потом тоже иссип будет. И вообще потом сделают счетчики на столбах, кто не знал. Дотянули до дома. К дому прикручивали вот такой размерчик. 26 рублей идет. Гофр идет у нас здесь для СИП 25. А в дом заходит гофр 20. Кабель там идет 3 на 6. Ящик обычный, стандартный. И там еще металлическая труба стоит внутри. Внутри подключали так. Заземление, которое домой. Это идет домой. Это заходит СИП. СИП заходит. Подключение счетчика. Там защита. Вот такое подключение внутри. Уголок еще не забивали в процессе. Вот такая установочка с улицы получилась. Сейчас пройдем в дом. Покажу, как сделали внутри. С улицы выглядит вот так все. Повторюсь, там на столбе с запасом. С внутренней стороны у нас заходит труба металлическая. Сейчас минвату надо будет еще засунуть. Это временное решение. Кабель заходит в гофре. Здесь проводка идет старая. Поставили два автомата. Здесь еще в корпусе внутри заземление. Выходит пока временно кабель 2,5. Подрубили в общую сеть. Старый вход был с той стороны. Пока временное решение такое. Старый вход был с этой стороны. Сейчас сделали подальше оттуда в другую коробку. Но магистраль идет одна у них. Теперь есть свет, можно греться. Сделали розетку. Кабель тоже шестерка идет. Двойная. И подключается она сверху. Получается, эти автоматы на нее не действуют. Приходит шестерка. Сверху выходит шестерка отдельно на розетку. И снизу с автомата выходит 2,5 уже в основную коробку. Эту розетку отключать только с улицы.
с ящика. А так, когда здесь и выключено, работает. Сделали ее для сварочного аппарата, например, для тепловой пушки. Подведем итоги по подключению к электричеству. Подключались сами полностью. На столбе подключал знакомый электрик. Все делали сами. Старый счетчик стоит в доме. Этот вынесли на улицу. Здесь еще пломбы нету. Идете с документами в энерго. Там записывают данные и номер нового счетчика. Дают вам листочек. В этот листочек кладете в этот ящик с датой, с номером. Потом проверяющий приходит, забирает и пломбирует. Проверяет счетчик, как подключили фазу. И все. Можно сказать, готово. Пользуйтесь. Вот такой итог видео. Все, спасибо всем за просмотр. Всем пока.